Аттракционы в парке имени Толстого пользуются большой популярностью у детей всех возрастов. Теперь здесь появятся и новые. Заместитель главы округа Николай Батышев лично проверил, как идут работы по их установке. Осмотрел площадки, пообщался с жителями. Химчане высказали свои пожелания и предложения. В этом году планируется установка и монтаж 25 аттракционов. Монтироваться они будут поочередно, вот, по мере доставки, установки. Вот, и запускаться также будут по мере установки, проверки, монтажа. Аттракционы будут исключительно новые, свежие, проверенные. Вот, поэтому более оснащенные, вот, и удобные в эксплуатации. Новые аттракционы – не единственное улучшение. В парке Толстого продолжается масштабная реконструкция. В рамках первого этапа уже благоустроили 12 гектаров. Обновили детскую площадку, запустили сухой фонтан, открыли колесо обозрения. Будет очень сильно в этом году благоустроена пляжная зона. Вот в районе пляжа 3 детские площадки будут смонтированы, дополнительный спортивный городок, пандусы для прогулок, домики для проведения мастер-классов. Вот, будет большая реконструкция второй очереди. Парк Толстого – крупнейший в Химках. Он регулярно входит в рейтинг самых популярных зон отдыха Подмосковья. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.